Идут годы, и в прошлое уходят многие знакомые вещи. Все, что еще вчера было обыденностью, сегодня уже редкость. Так и с вагонами типа ЕЖ-3. Совсем скоро, в течение каких-то 5-6 месяцев, их не останется вовсе. И в прошлое уйдет целая эпоха, начавшаяся еще в 60-х годах с вагонами типа Е, от которых произошли и вагоны ЕЖ-3, и даже номерные. И хотя нынешние вагоны ЕЖ-3, прошедшие бездарную модернизацию в 2000-х годах, уже имеют мало общего с тем, чем они были изначально, но стоит понимать, что они последние из магикан, и после их ухода уже не будет в московском метро гофрированных лупоглазых вагонов. Может, останется парочка составов, парадный и новогодний, но на этом все. На сегодняшний день в электродепо «Планерное» осталось 18 составов. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Обращаем ваше внимание, что...